Як полепшить свой стан здоровья у домашних умовах? Отказ на это питание дает Ялатамский приборный завод, вытворца медицинской техники номер один у России. Предприемство – постоянный удельник штогодовой престижной выставы медика в немецком Дюссельдорфе. На этом тыдне представники компании «Еламед» консультуют с брастаучан. Корреспонденты «Новин» побывали на выставе продажи высокоэффективных приборов магнитотерапии. У Бресте выстава-продаж проходит у магазине «Оптика» по Машерова 80, «Алмах», «Мавит», «Унилор». Эти приборы можно использовать дома для лечения и профилактики захворываний опорно-рухального аппарата и сосудистой системы. Лор захворываний, простатиту, травм, опеков. Самые популярные аппараты «Алмах» и «Мавит». Они удзельничают с допомогой импульсного магнитного поля, за кошт чего сдымаются отеки, запаления, боли. «Алмах» применяется для лечения остеохондроза, заболевания суставов, гипертонии, варикозного расширения вен, тромбоза и тромбофлебита. В отличие от «Алмага», «Мавит» – прибор узкого спектра действия, применяется только для лечения хронического простатита, в том числе на фоне аденома первой и второй степени, тепло, вибромассаж и магнитное поле – тройной удар по болезни. В холодное время справиться с простудой помогает «Унилор 01». Этот аппарат воздействует сухим дозированным теплом. Им можно прогревать ухо, горло и нос. Этот аппарат применяется в комплексной терапии для лечения аллергического насморка. Треба сказать, многие жихары Брестской области уже добро знакомы с продукцией Ялатамского приборного завода. Приборы можно встретить и у стационарах, и у домашнего крестания. Я купила только в этом году. В нашем области всех проблемы. Шейно-поясничный хондроз. Я вот от шейки туда вот до самого низа вот так вот. И тут автоматически он 20-25 минут, а потом отключается, а потом еще столько же лежишь на этом тепле. Тепло, так приятно. Встаешь и абсолютно вот просто отпускает. Я очень даже рада, вот, если кому это нужно, просто люди не жалеют денег, потому что на эту химию тратим намного больше, чем вот это вот. Набыть приборы «Алмах», «Мавит», «Унилор» можно у широгу аптек и медицинских магазинов Брестской области. Но, звернувшись в ближайшие дни у Брестский магазин «Оптика» по Машерова 80, можно отримать и подробязную консультацию от представника завода-вытворцы. Выстава-продаж будет должиться по 21 листопада, что днем с 10 до 18, у неделю с 10 до 15.